Арена Дворца спорта «Триумф» вновь стала местом притяжения сильнейших спортсменов страны и почетных гостей. Там состоялся всероссийский турнир по борьбе на поясах памяти Владимира Жириновского. Наша съемочная группа побывала на торжественном открытии соревнований и увидела первые схватки на ковре. Турнир по борьбе на поясах памяти Владимира Жириновского впервые прошел в Люберцах в марте прошлого года. Тогда эти соревнования решили сделать ежегодными. И вот уже во второй раз на этой площадке приветствуют спортсменов и вспоминают знаменитого политического деятеля. Уважаемые участники, судьи, тренеры, гости, я рад вас всех приветствовать на уже ставшем традиционном втором нашем чемпионате. И действительно, сюда съезжаются лучшие представители вида спорта. Владимир Вольфович деятельный государственный человек с большим масштабным мышлением, которым во многом стал предсказателем многих событий, которые происходят сейчас и вполне возможно будут происходить в будущем. Посчастливилось с ним встречаться несколько раз. Первый раз в 97 году, где мы проговорили в очень узкий круг. Нас было несколько человек, около 2 часов. Я могу сказать, что в течение где-то 10-15 минут такое чувство, что ты человека знаешь всю жизнь. Владимир Вольфович, он привил в нас такое, наверное, чувство, что он собрал вокруг себя близких духом людей. Мы стали как одна большая семья, вне зависимости от ранга, еще что-то, мы общаемся. И хотелось бы, чтобы и борцы были, оставались всегда той большой семьей, которые всегда могут прийти друг другу на помощь. На этот раз за место на пьедестале боролись 127 спортсменов из 23 регионов России, а также из Киргизии. Соревнования проходили 2 дня. Среди женщин весовой категории 58 килограммов победителем стала Алена Амаева. Занимаюсь борьбой очень давно, начинала с другой борьбы, дзюдо и самбо. Какое-то время совмещала все виды борьбы, но сейчас только борьба на поясах с 2007 года. Ну, был перерыв, значительный перерыв был по семейным обстоятельствам, 2 детей. Вот, вернулась, и вот сейчас 3-й год уже выступаю. Борьба на поясах официально включена в мировую сеть неолимпийских видов спорта и считается одним из самых древних состязаний. Во время поединка соперники, взявшись за пояса, пытаются повалить друг друга. Чистая победа – это когда противник оказывается на спине. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.